Одно из крупнейших турагентств Японии HIS начало принимать биткоин-платежи. Как сообщает bitcoin.com, платежи в некоторых магазинах HIS принимаются через крупнейший в стране биткоин-обменник BitFlyer с конца сентября. Сумма транзакций для покупок ограничена эквивалентом 2 миллиона йен. Помимо этого, компания также предлагает некоторые эксклюзивные туристические пакеты, посвященные биткоину. Например, пакет «Сеул» 3 дня стоит 16 800 йен, а пакет «Гавайи» 5 дней – 69 800 йен во время акции.